от родителей вечно орущих скрыв свой юношеский порыв. Он не просил их дать ему совет, вдруг они скажут нет. Как же мне жаль того мальчишку, знавшего наперед, что он не сразу в этой жизни место свое найдет. Он так желал понять, не он ли был причиной родительских ссор и слез. Этот не мой вопрос. Так и не задал им он никогда. Вдруг они скажут «да». Тихий уход отца из тьмы лишь обострил мне чуды мои. Мне лишь 12 было, когда он ушел. Ни огорчен я не был. У нас хоть чуточку сблизит. Только едва он скрылся, маме моей стало совсем не до меня. И у нее с тех пор ни дня не проходило, что опять новый мужчина не остался ночью. Может любой всего добиться, если платить готов. Как же мне жаль?